Всем привет, друзья! Сегодня у нас маленькая распаковочка. И в нашей распаковочке здесь есть, как вы уже понимаете, из названия держатель для смартфона. Смысл вообще в чем, ребят? Не так давно у меня был GoPro. И в этом GoPro конкретно, ну как вы знаете, была такая штука, которую можно было одевать на голову. То есть ремень на голову. Вот, и к нему крепилась специальная, он просто так вот вставлялся и застегивался с помощью болта. Вот примерно такая штука у нас есть, которая поставляется вот в таком пакете. Я ее первый раз вижу, вместе с вами сейчас буду распаковывать, распечатывать, смотреть, что такое. К сожалению, отдельное крепление я не нашел. Вот, нашел только вместе с очередной ненужной мне вещью. Это вот это на голову, которая одевается, она у меня есть. Я более чем уверен, что она точно такая же, как продаются конкретно для аксессуаров GoPro. По-моему, один в один. Ну, вы, собственно говоря, сами знаете, что это такое, правильно? Здесь такая вот резиновая штука, то есть это дешевая резинка, которую можно купить рублей за 200, наверное. К ней поставляется вот непонятно для чего такой вот типа брелок, он как-то крутится так, непонятно зачем. И, ну, в принципе, вообще непонятно зачем. В вопросах по этому товару задается такой вопрос элементарный. А почему вообще, для чего этот ремешок вот этот? Кстати, я так и не знаю, никто так и не понял. Если кто-то из вас знает, пожалуйста, сообщите. Следующая вещь, которая нужна, это вот это. Самый основной момент, который нужно было найти, это вот этот переходник. То есть вот этот маленький переходничок. Я не знаю вообще, что это такое, и я, ну как, это переходник, где его искать, я не знаю. Поэтому я просто взял целиком набор, потому что другой перспективы как бы не было. Вот, он, этот, вот этот вот переходничок, он идет вот с таким, собственно говоря, креплением. Все это отдельно, как бы, наверное, продается, но я не стал сильно заморачиваться. Ребят, это... Честно говоря, я думал, можно, я думал, вот эта штука, она на пружинке, думал. Так, ну давайте посмотрим, на какую глубину он зайдет. Что это у нас такое? Очень мало. Ну, во всяком случае, пока. Я пишу видео на iPhone 11. И, ну, если он еще немножко откручивается, то... Вот смотрите... Вот он как бы держится. Смотрим, iPhone 11 вместе с... Извините, я не буду вытаскивать, но я просто скажу. iPhone 11 вместе с чехлом заходит. Сейчас не могу вытащить. Так, чтобы не повредить это все. Вот такая вот конструкция. Когда вы... Ну, давайте, например, покажем на iPhone SE. Старый iPhone SE. То есть, примерно... Вот так вот вы его просто сюда кладете и закручиваете вот с помощью болтика, который вот здесь находится. Крутить, наверное, долго, я не знаю. Так, да, у нас вот здесь, как вы видите, резьба, и с помощью этой резьбы он заходит и фиксируется очень надежно и очень крепко. Это, ну, действительно крайне крепко. То есть вы теперь понимаете, как это все происходит, да? Если GoPro специально к этому, значит, вот в это вот крепление просто вставлялась сама GoPro-шка и болтом закручивалась вот таким образом, то сейчас это делается не так. GoPro я свою продал, у меня был GoPro Hero Black 7. Значит, здесь делается вот такая вот штука. К этой штуке, значит, что у нас здесь? Вот так? Нет. Вот так вот? Нет. Как он у нас должен быть-то? А, вот так? Наверное, да, все-таки. Или нет? Или вот сюда?
Да, скорее всего, вот сюда он должен закругляться, закрепляться. Как-то так, что ли. Вот у него основная камера. Можно переставить, конечно, по-другому. Так, здесь у нас крестовая отвертка, но кроме того, здесь еще такая шайба, которую можно покрутить вот так вот. Ровненько выставляем. Делаем вот таким вот образом. Сюда вставляем в эти пазы. И просто, ну, как обычно, все это фиксируем болтом. И теперь, ребят, когда мы, допустим, мне не нравится, что снизу он снимает, я его, как вы уже понимаете, откручиваю, вытаскиваю, вставляю другой стороной, и он у меня с другого формата немножечко уже. Так, ну, не скажу, что прям такое ощущение, что вот это как хрустнет и все. Вот это я не знаю для чего. Это наверняка там какие-то дополнительные возможности. Держится довольно крепко. Ребят, на себе показывать не буду. Просто сейчас сам для себя натяну. Да, ремень. Ну, сидит как обычно. По весу как обычный GoPro. Значит, что еще можно сказать? Регулировать можно с помощью всяких вот этих вот ремешков. То есть вот так вот просто берем. Ну, все как обычно. То есть вы не запутаетесь. Самое главное, что и самое интересное вообще в этом деле, я специально искал вообще систему, каким образом можно закрепить, в частности, на голове смартфон. Потому что, ну, все-таки нужно мне снимать некоторые вещи именно смартфоном. GoPro я свой продал, и мне надо было чем-то снимать. Вот я вышел из положения вот с помощью вот такой вот приспособы. Я думаю, что так, если посмотреть, ну-ка, сейчас я проверю на вес вообще тяжело или нет, потому что все-таки, конечно же, iPhone он будет тяжелее, чем GoPro, безусловно. Но я вам скажу, что в принципе, конечно, смотрится по-дурацки. Такой, знаете, как Кин-дза-дза. Помните фильм? Там были такие идиоты с каким-то на башке, на лбу, такими вот приспособлениями. Ну, вот что-то в этом роде. Но, во всяком случае, он никуда не денется. Держится очень крепко и надежно. И я думаю, что вещь достойная, хорошая. iPhone 11, на который я сейчас снимаю, я его сюда приставляю. И спокойно могу где-то ходить по горам, по каким-то, и то же самое снимать. Чем еще лучше эта ситуация, ну вот то, что сейчас происходит в отличие от GoPro, тем, что, ну правда, GoPro тоже неплохо, там взял, поменял, допустим, батарейку, пошел дальше 40 минут, поменял батарейку 40 минут, пошел дальше. Но очень неплохо, вернее, очень плохо в GoPro это, когда вы закидываете файлы в специальную, ну, в любую программу, да, для обработки видео, и пытаетесь это все вот как-то сверстать. А там отрезки по 8 минут максимум. Ну, бывает там 14 иногда. Никто не знает на самом деле, почему это так делается, почему GoPro режет вот так вот кадры, видео, но, в общем, это все происходит. Здесь же такого нет. Телефон пишет в 4К. Безусловно, классное качество, без вопросов, стабилизация шикарная, повесил на голову и пошел. Поэтому вот эта вещь стоит 977 рублей на Озоне, ребят. Открываем вам тайну. Мне кажется, удачная покупка, мне кажется, все хорошо здесь. Ну и тогда на этом все. Что ж, больше говорить. Оставайтесь на связи, увидимся. Всего хорошего, пока-пока.